Йоу, всем привет, с вами Манго, и сегодня мы прошли топ-плеер, миллионер, тайкун. Нет, не прошли, ладно, я думал уже все, конец. Ты подожди, это реально не конец? Ужас. Сервер, что за сервер? Ну, чтобы вы знали, а сейчас глянем, что у него там. А, что, а нет, можем летать. В общем, мой друг, вот там вот он уже сделал реберт, то есть он уже прошел, получается, игру один раз. Теперь это хочу сделать я. Для начала хочу глянуть, что вообще там есть. Как видим, есть какие-то вообще биткоин-майнеры. Есть какой-то сервак. Что он делает, непонятно. Ну, по идее, просто для красоты. Это что? Это типа шляпка. Прикольненько, прикольненько. А тут вообще очень все дорогое. Ну, по идее, эти биткоин-дропперы, они должны много давать. Или нет? Я вот даже не знаю. В общем, что нам надо сейчас? Я даже не знаю. Покупать майнеры, что ли? Род 6. Ну да, сначала Род 6 надо покупать, потом уже можно будет купить все остальные биткоин-майнеры, как у того челика. Что еще? Что еще? Куда? А. Ну ладно, и что? А, чел. Я так могу. Готов? Что готов? Ты уже полетел, что ли? А. Не, ну типа у меня просто топлива мало. Но я думаю, это не проблема. Нет, это проблема. На срочно пить эту штуку. О, нет. Я не успел ее выпить. Надо было раньше, надо было раньше. Надо было это делать раньше. Скажем так, это очень крутая штука. Сейчас пойдем купим эти биткоин-майнеры. Будем майнить крипту на них. Еще 189 тысяч, уже 200. Уже 1,7 миллиона, это много, это очень много. Я даже не знаю, что я куплю. Сервак, он вроде бы ничего не дает, да? Рот 6 покупаем. Йоу. Получили даже какую-то эту. Что-то тут все дорогое. Дорогой ужас. А, даже так. Ну что, 1,3 миллиона. Пошли покупать сервер. По Майнкрафту. В принципе, тут просто ничего нормального такого нету. Сервак. Он что-то нам дает? Был он нам денежки давал, а? Или он дает мне денежки, не понимаю. А в любом случае, ладно. Нам надо очень много денег. Надо очень много денег. Откуда мне их взять? Ага. Там сейчас, походу, новый домик будет расти. Да, блин. Поставили специально вот тут. Не могли поставить там где-то как-то. Ну, вот тут хотя бы. А то я залетаю вот отсюда и забираю. Неудобно. Ахаха. Давайте конвейерчик купим. Где-то будет биткоин, да? БТК.
Бета 2,5 миллиона. Бокс, какая-то коробка. Йоу, тут миллион дроппер. Что так дорого? Че так дорого дроппер? Я смог. В чем проблема? Я не понимаю. Тут же не должно быть проблемы, просто перетереть эту штуку. Для начала мы, перед тем как эти, пьем сразу эту штучку. Становимся фиолетовым челиком. Все. Пролетаем эту штуку очень легко. Все, тут проблемы не должно быть никакой. Здесь вот так вот и прилететь. О, что я нарубил. Так, ну давайте смотрим, что мы можем купить. Не, нам нужно явно много денег. Сколько тысяч? Давай, 20к. 10 тысяч? 10 тысяч. Я думал 20к. 20к было бы хорошо, 20к было бы хорошо. Пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум. Ага. Сразу тэпнулся. Ладно. Ладно. Пау-пау. Ладно. Пам-пам-пам-пам-пам. Фиолетовый человек прилетает, что-то делает. Ужас. Вот догадался, догадался, чел. А. Привет. Ой. Все-таки догадались переходить сквозь эту штуку. Тут сложно. Просто она просто... Ой, я деньги потратил. А, точно. А, у меня ж нет этой штуки. Ну ладно. А, блин. А где мой миллион? Я его что, не забрал? Да. Тут бы стоило поработать над тем, что забираются миллионы или нет. Что оно реально не забирается. Так, биткоин дроппер 2. Тоже стоит много. 2 миллиона. Ну, 2 миллиона как? 1800. Ну ладно, будет. Будет. Будет 2 миллиона уже. Давай. Хорошо, покупаем. Следующий за 2 миллиона 800. Этот уже, этот 11к. Это мало тоже, это мало. А, скажем так, это очень мало. Ну, не то, что прям мало. Это довольно мало. Странно, почему анимации нету? Ага. Оно уже сюда. Интересненько, интересненько. У меня тоже так подключено или нет? Здрасте, сколько у вас миллионов? 2,1 миллиона. Зачем? Не знаю. А в общем, что? У нее стена есть. Правда, не знаю, как она подключила эту штуку. Потому что это очень интересно. Реально, а как? А как его сюда подключить? Не понял. Почему? Может что-то нажать? Нет. Ничего не нажмешь. Прям деньги в лицо. Ага.
Давайте. Денежки. Два и один миллиона. Так, где? Где Тимоун? Ты где? Куда ты пропал? Ты что? 6 лямов. Я за это куплю себе пол города. Сколько, 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 сколько? 12-ка, мало, мало, мало. Биткоин декор бокс. Red кейбл. Бу кейбл. Что за бокс? А, черт! А, это та шляпа. В общем, Грасс декор, наверное, следующий. Либо ТС декор. Пам-пам-пам. Хе-хе. Вы серьезно еще не... Куда? Тут они еще вроде бы не построили, да? Пау! Папау! Папау, папау! Все, улетай! Улетай! Ой-о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 й
Построили, построили. Это плохо. Это плохо. Не то, что плохо, это просто плохо мне, потому что я больше не смогу так жить. И все. Так, а Димона, походу, тоже, да? Лазеркой стрельнула. Хорошо, что будем покупать? БТС-декор. Кабели точно не будем покупать. Или они что-то дают, я просто не понимаю. Да вроде бы не должны ничего давать. Или давать. А, вообще бесполезность. Причем такая маленькая. Хотя картинка прикольного качества. Домой. Хе-хе-хе-хе-хе. Хорошо, тогда что мы будем делать? Мы будем летать вверх. Кстати, долго подниматься, долго, это плохо. 6 лямов, камон. Это много. Это дофига много. Но за эти деньги я тут особо много ничего не куплю, да? Конечно же нет. Ну вот это хотя бы куплю. Какие-то эти кабеля. Они типа мне деньги дают, да? Это потом проверим уже. В любом случае. Я так понимаю, это уже конец. Ну, то есть, в смысле, это уже... Как бы... Все, это вся уже серия. Поэтому... Поэтому что я хочу сказать? Я хочу сказать, что эта серия не такая длинная, как я думал. Я думал, она будет вообще на 40 минут. Но, в принципе, она там на 24 минуты вышла. Ну вот, в принципе, всем спасибо за просмотр. С вами был Манго. И всем пока-пока. Всем пока-пока-пока.